Ну что ж, очередной пациент. Один светодиод работает, второй светодиод не работает. Это греет, а это не греет. Будем лечить. Для начала надо нерабочую часть разобрать. Угу. И это самый оптимальный вид сушилок, которые более-менее качественно собраны. Что мы тут внутри имеем? Керамический нагреватель, резистор, ну и, соответственно, диод. Сейчас все это дело надо прозвонить. Можно прибором, либо отверткой. В принципе, все элементарно лечится. Первое, что будем прозванивать, это сам провод на целостность. Этот контакт есть. Второй контакт. Есть. Так, теперь будем прозванивать сам нагреватель. Так. Поставим 200 Ом, например. На 2000 перейдем. Так. На 20 килоом. 2,7. Значит, ставим на 200 Ом. Сто девяносто шесть Ом. Ну, теперь, я думаю, нужно ее все-таки включить. Пусть она немного поработает. Сравним. Два. Один рабочий, второй нерабочий. Здесь у нас получается на нагревателе стоит на 20 килоомах. Десятку показывает. Здесь у нас показывает 16. Здесь у нас показывает 2,6. Здесь у нас показывает десятку. Здесь 2,6. Получается, у нас вот этот вот прогорел нагреватель. Будем его доставать и смотреть, что же там, спираль или нет. Замуровали. А, нет, там просто диод. И дай ему кобздец.
даже не диод, здесь просто самый настоящий терморезистор. Но, тем не менее, эта сушилка продержалась больше года. Идем покупать новую.